А перед просмотром видео хочу вам посоветовать канал Влада, на котором будет выходить много видео про Shadow Fight 2, где он проходит игру без читов и всякого взлома. Вот, да, он уже прошел отшельника, где два раунда прошел на Perfect из трех. Довольно интересно. Где он уже записывает, как он с начала игры уже дошел до отшельника и продолжает, где он выпускает видео каждый день. Так что, я думаю, будет интересно, подписывайся на канал, а мы переходим к просмотру видео. Всем привет, дорогие друзья, это канал Зиппер, с вами Дмитрий Кириченко. Сегодня 30-е, точнее, уже почти практически ночь. Вот уже скоро Хэллоуин, и в Shadow Fight 2 они этого не забыли, и вот... Получается, я буду драться с какой-то девушкой Лилит. Посмотрим, что же она пишет. Сладость или гадость? Духи здесь. Слышишь, как они шепчут? Раз в год они просыпаются, чтобы посмотреть красивую схватку. Далее. Привет, какой красивый у тебя костюм, мой дорогой. Кто ты сегодня, герой или разбойник? Или же ты просто ищешь конфет? Сластёна, ха. Эта метла достанется победителю как символ невероятной мощи воина прошлого. Но веками она остается со мной. Духи скучают и гневаются. Она хочет сразиться со мной? Это новости. Так, давай дальше, окей, ну... Вот все. У меня стоит титан. Может. Да хай хоть будет титан, давай. Продолжим. Так. Это реклама. Так, ну. Где же наша Лилит? Вот. Ну, уже я не откажусь от такого предложения. Очень. Так, отлично. А это как? Это как за метлу, но она будет без оружия. Оу. Да. И как ты же собралась драться-то, а? Девочка. Это же перфект. Хотела бы... Посмотришь в втором раунде, будет с оружием или без. Тоже без оружия. Ну ладно. Часовая бомба. Почему не сработала часовая бомба? Странно. Она же должна была сработать. Отлично. Бросила она меня. Ладно, сейчас мы ее тоже бросим. Вот так. И магия в замедленном действии. И это победа. Отлично. Вот такая... В принципе, да, там нам легко, но мне же нужно и оружие. Так. Посмотрим, что же дальше будет. Ну, давай. Я изразила. Невероятно. После стольких лет я, наконец, могу оставить свой пост. Возьми же свой приз, мой герой. И пусть души воинов благословят тебе. Взять. Конечно же, взять. Заходим мой штаб, посмотрим, что же там меня ждет. Так. Так, ищем эту метлу. Надо же проверить, что я же выиграл. Так. Еще, походу, еще вообще далеко. Я очень много что покупал. Зловещая коса. Это еще год назад, которое было.
У меня есть такой молот, ого. У меня такие аж оружие есть. Так, ладно. Вот метла. Вот моя метла. Покупаю ее и улучшаю. Нет. И улучшаю до последнего уровня. А, нельзя улучшить. Ладно, метла все же у меня, так. Но хоть попробую с ней. Попробую. В принципе, это обычная палка. Или... А, в принципе, на этом все. А в следующем видео уже будет как бы обзор на эту. На это, в принципе, как бы выигранное оружие. Да. Не новое, потому что, в принципе, есть такие стили много. Ладно, не в этом суть. Показал бой с Лилит. В принципе, это было изи. И на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, кто еще это не сделал. Ставим лайки. И до скорой встречи.